Вакцинация против гриппа – основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, который поможет свести риск заболеть к минимуму. В начале сентября в рамках национального календаря профилактических прививок учреждения здравоохранения района получили бесплатную вакцину российского производства для проведения вакцинации против гриппа для взрослого и детского населения. Желающих сотрудников управления и отделов администрации района поддержало и руководство в лице главы района Заура Хамирзова. Наравне с ним сотрудники администрации приняли активное участие в прививочной кампании. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции находятся на первом месте по числу заболевающих людей.